Всем привет, дамы и господа, с вами Алексей, и продолжается прохождение Алисы. Нас заперли, мы идем дальше. Я так понимаю, здесь снова будут шахматы, уже вижу. Only a few find the way. Some don't recognize it when they do. Some don't ever want to. Мне кажется, или это проходил уже? Возможно, из-за того, что я вышел, а мы начинаем сначала? Сейчас узнаю. Скорее всего, да. Так, вперед. А, нет, они двигаются. Это новое. Если я пойду вперед, то это будет самоубийство. Так. Хреново. Блин. Блин, нет. Да, давай еще. Тут надо подумать, как действовать. Вперед, налево, направо, вперед. Так, вперед. Сюда. Сюда. Снова сюда. Блин, нет, 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 нет. Меня убьют сейчас. Так, снова не пашет. Снова нерешабельно пока что. Хреново. А, нет! Зашибись! Блин, я кое-как, не знаю. Было трудно. Но она была всего одна, поэтому... Нас особо мучить не стали. Не, в первый раз было дважды. Не знаю, почему здесь всего лишь одна. Шахматная доска. Я бы решил еще одну. Слишком мало мини-игр. Они какие-то короткие. Мы снова возвращаемся в дом, получаем новые воспоминания. О том, как загорелся огонь. Как ушел наш котик. Лиззи ненавидела запертые комнаты. Ее комната была дальше от возгорания, чем моя. Дым не мог убить ее. Она никогда не запирала дверь. И кроме того, она знала другой выход из дома. Через окно. Кто-то оглушил или убил Лиззи, запер ее дверь, а затем, чтобы скрыть свои преступления, сбросил лампу вниз и вспыхнуло пламя. В их план входило убить нас всех. Но почему-то в итоге Алиса мучила себя. Говорила, что это она виновата. Что все из-за нее. А разве не так? Ну, тогда я не понимаю. Мы возвращаемся в реальный мир? Нет. Еще не возвращаемся. Это по-прежнему глава 4. А прекрати, уйди прочь. Больше нет причин продолжать. Прояви хоть немного уважения. Не стоит идти дальше. Ты сама себе навредишь. Дай нам жить. Дай нам пасть с достоинством. А прошу, уходи. Королева. А та, которая плохая королева? Она об этом говорит. Есть такая вероятность. Я тебя слышу. Во, зубцов нам привезли. Что-то немного зубцов было. Скромновато, в общем. Confront what frightens or offends you. Reckless or insulting talk should never go unchallenged. Немножко философии, и мы идем дальше. А что есть? А, снизу есть цветочек. ХП у нас полные, поэтому мне нужны лишь зубцы. Так, там мне указывают путь дальше.
Нужно подняться выше. Так, спокуха. Не падаем. Бутылочку возьмем сейчас. Золотую бутылочку. Показалось. Так, тут ничего. Четвертое, пятое. Золотой зубик не упускаем. Ни в коем случае. А, и вверх-то я больше, скорее всего, не подымусь. Мне придется пройти по низу. И зубов-то, в принципе, больше не осталось. Так это все получается. Это конечный путь. Ясно с вами все. Ну, путь у нас всего один, поэтому поехали. Во, один, два и третий конечный. Они падают после него, и мы ударяем как можно сильнее. Вовремя. Поехали. Блин, ну... силен. Не так, как я хотел, между прочим. Я промахнулся. Уворачиваться у меня получается очень плохо. Так, ребята, вы меня уже утомили. Мне все мешаются, блин. Давай. Еще разок. Мне на удар всего хватает. Удар. Два удара хватило. Бывает, я в него просто не попадаю. Начинаешь бить его, видите, впустую. В никуда вообще. Но живы. Так, воспоминания. Не успел, как обычно. Связанное с десертом, с чаем, с влиянием на это, на сны. Так, а это означает королеву, что ли? Ту самую. Блин, ну нет. Далековато вам так не кажется? Слишком далековато. Не, я ошибался. Не слишком. Я ж почти не вижу их вообще. Но она такая маленькая, смотрите. Такая малюсенькая стоит, что просто вот реально можно мимо пролететь. Стоп, 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 что такое? Замечательно. А то я сам не видел. Какой-то лабиринт. Камера, не меняйся вот так вот. Так, путь вниз, путь в замочек. Сюда мы сходим. О, бутылочка. Не зря сходил. В этом месте управление меняется. Поскольку камера тоже меняется. Тут бутылочку взяли, там мы не пойдем, оттуда мы пришли. То ли идти налево, то ли идти вот сюда. А
тут тупичок. Один, два, конечный. Кстати, 700 зубов уже. 700 зубиков. Нож на последнем уже. А, перцемолку или чайную пушку, я, честно говоря, не знаю. Давайте перцемолку. Пожестче стало. Я думаю, до конца игры мы докачаем все до четвертого. Я так понимаю, четвертый для всех последний. Все будет максимально мощное. Что? Она говорит, я вижу. И что-то еще. Так, испытаем немножко. Она стала быстрее. Ой, много вас, много. С вами лучше вот так быть. Возьму это. Давай, появись, появись, появись. С тобой мы быстро закончим. Да отвалите вы от меня все. Остался лишь ты. Во, вот так лучший вариант, по-моему. Безопасный. С перцемолки со спины ему валить. А теперь... Судя по тому, что она промахивается, это вариант не лучший. А, бить его вручную со спины. Лучше в него стрелять. Опять ты! Вот я ожидал, что мы рано или поздно с ним снова встретимся. Ничего не вижу. Тортик? Съешь меня. Съешь его. Больше станешь, возможно. Сможешь его с легкостью убить. Или сильнее, я не знаю, что с тобой будет, но... Точняк. Молодец. Вот и все. Там, где растут фиалки, уменьшалки, может быть, что-нибудь еще интересное. Ну, ничего интересного рядом с ними я не находил, только разве что... О! И платьишко изменилось на оригинальное. И везде ходит, прям вот насквозь. Лабиринт больше уже все, он никчемный. Она стала тяжелее. То есть не так все просто. Так, это сильный удар. Тоже. А в режиме гиганта Алиса может атаковать врага, топнув или раздавив его. Атакуйте башни королевы, чтобы добраться до ее сердца. Разрушите врата замка, переграждающий путь. Без проблем. Топает. Топает. Рукой, рукой, понятно. С легкостью вообще. Ох ты, сколько же вас! Ну конечно, а мы больше, врагов больше, тем интереснее, там зубцев еще много очень. Не, зубов не так много. Если бы от каждого были все зубы, то я бы был уже богачом. Зубастым. Показалось, такие маленькие цветочки. Ну а теперь шахматы. Никчемные шахматы. Я ж хожу по ней, она рушится все. Вся доска.
кончились шахматы. Щупальца еще. Что будет дальше? Замечательно. Ох ты! А как мне защищаться? Это больно вообще, нет? Да, маленько отнимают. Ты остался. Все. Не, может просто идти, потому что прицеливание у меня не пашет. Они мешают мне. Встаешь в кучу и топаешь. Это самое, они из нее вылезали. Ясно все. Подождите, так это... Ясно, ладно, неважно. Потом еще раз посмотрю на них, скажу. О. Вот что это такое? Щупальца какие-то, которые я отрываю просто. Вот теперь башня та самая. Что мы сделаем с башней? Растоптать сердце. Все, ее корни потускнели. Стоп, а что внизу находится? Что-то есть еще, нет? Показалось. Ну, Алиса, ты даешь. Вот прям на приюшку пошла бы, но все эти лишние мешаются. Тем более, ее не в полный рост видно. Если только вот так вот, самое то будет. Самое то, вообще. Идем дальше. Опять шахматов куча. Каждую шахматинку мы всех перебьем. От них зубы и сердца достаются в конечном итоге. Так что полезно их разбивать. Ой, всех сейчас растопчем. Вот гнездо ихнее. Ай. Топнули, никого не оставили. Гнездо порвали. Ой, сколько зубов-то, а. Еще топнули. Ничего от вас не останется. Вот, щупальца давай. Одну щупальцу вырвали, остальные исчезли. Все элементарно, Ватсон. И топчем сердце. Там после него остается местечко, похожее на гнездо этих самых, но... Но оно больше не топчется. Я уж пытался. Мимо. Во! Замечательно. Наконец-то начались интересные эти самые. Интересные похождения. Алиса Великан. В роли Годзиллы. Так, куча гнезд. Это ведь обычные, да? А не те, которые большие за мной гнались тогда. А это те самые, которые бронированные, что ли, типа того. Да, похоже очень. Ай. Мешаетесь. Вот. Два. Ну ты где? Вот ты где. Блин, попасть не могу. Вот так проще будет. Где щупальца? Вот она.
Замечательно, мы уже близко. Прямиком к башне подходим. Бегать она не может в таком состоянии, походу. Тяжко, наверное. Большая, страшная, сильная, но тяжелая. Сокрушить. Ой, не то. Порвала. Вообще. А это, походу, уменьшалка. Ну, прям на ходу. Ну, нормально что. Надеюсь, мы не будем еще меньше, чем были до этого. А, возможно, перебор? Не, тот же костюмчик еще. Видимо, они не могли сделать костюмчик оригинальный. Точнее, не оригинальный, который, вот, допустим, у нас сейчас, при маленькой Алисе. You are once two bits of the same psyche. So where does that leave you? Не знаю. Она бегает быстрее, мне кажется. Мне, скорее всего, кажется. В общем, они не могли растянуть костюмчик этот на большую Алису, похоже. О, горка. Из языка. Ай. Немножко. Немножко обжегся. Там еще и языки летающие, которые мешают мне. Кровяка льет. Я так понимаю, мы внутри королевы, что ли? Где мы вообще? Я чего-то не понимаю. Так, здесь цветочек. Это где это? А, здесь что ли? Надеюсь, я не иду, а в правильное место. Скорее всего, да. Нет, нет. Я, походу, где-то внутри нахожусь тут. А, все органы, какие только могут быть. А, вот такое испытание. Когда я большой, тоже прикольно придумали. Я думаю, будет опять одно и то же. Опять борьба. Выживи сколько сможешь. Или типа того. Топнули, никого не оставили, гнездо разрушили. А теперь можно пойти к щупальцам. Так, иди сюда. А там много путей, я думал, все будет быстрее. А чем мы пойдем вон туда, а потом только вот сюда еще. Гнезда появляются. Так, почти никого не оставили. Там еще гнездышко. Теряю время на вас, теряю время. Да блин, топай уже. Еще одно щупальце. И в итоге мы пройдем в это самое место. Вот там будет сердце. Ой, здесь всего лишь один остался. Застрял, по-моему, нет? Надо было еще гнездо сделать, потому что слишком быстро как-то. Слишком легко. Ай. Мимо. Вы немного ошиблись. А, не, тут просто башню разрушаешь, и на этом все.
Еще вопросы, что ли? Или что? А, нет. Запомнилось это место вопросами. Необычное место. Так, роз покрашено. Понятно, сколько. Все, мы возвращаемся. Самое первое испытание это было вопрос. По Алисе там какой-то. Это было интересно. Лучше бы больше таких вопросов было. Это сплошные испытания в борьбе. Так, куда мы идем дальше? Здесь выше я не поднимусь. Зато могу пойти вот сюда, но скорее всего нужно разбить это. А, проход. Окай. Отвратительное место. Сердечко. Что означает? Ничего. Просто есть и все. Хотя, я так понимаю, желудочный сок или типа того. Странное место. Так, опускается. Имею в виду. Там не пройдешь. И отсюда я достаю перцемолкой до сердца, что ли? Для этого я сюда шел? А, ну скорее всего да, потому что в этом месте они опускаются, я бы не успевал просто-напросто. Но они не появляются. Вы меня путаете? Здесь я не пройду. Кто мне подскажет, зачем я сердце вообще разрушал, если нет толку от этого никакого? Ничего невидимого нету. А пройти нельзя. Показана перцемолка. Только вот куда? Для чего мне перцемолка? Что-то вы меня путаете. Окей, возвращаемся. Смотрим еще разок. Что мы увидим? Лично я... А, сердце здесь, точно. Вот оно что. Появись, 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 появись. Фу. В последний момент. О, чекпоинт. Привет, ребятки. Кровавые ребятки. Мимо. Жалко, я уже небольшой. Вот вас бы я тоже потоптал. Здорово было бы. А так что-то не очень. Бить вас однообразно тут не пройдем. Не понял. Там что-то есть. Прям за стеной. Я прям слышу их. Ой, куда, где, когда? Я зря упал? По всей видимости, да. Вижу. Это одно. Слева еще одно. Очевидно. Я-то думаю, что не так? А оказывается, вот. Так, тут надо уменьшиться. Тут мы ничего не сделаем, ничего не осталось. Есть сердце, но оно бесполезное. Все, уберись. Вот, очередной проход. А еще можно пойти вот сюда. Спуститься. Тут тоже есть сердце, открывающее путь дальше. Ужасное место. Люстры какие-то, еще из органов, вон там сердечки везде.
Куда я попал вообще? Я хожу медленно почему-то. Сейчас что-то будет по-любому. Какой-нибудь босс или типа того, он там. А, ладно, ребята, пройдем это дальше уже. Будем бегать по этому месту в следующей серии. А на этом пока что мы приостановимся. Всем спасибо за просмотр, спасибо, что были со мной. С вами был Алексей, всего хорошего. До встречи!